Всем привет, меня зовут Александр, и вы смотрите мой YouTube-канал Nation Play. И мы начинаем играть в игрушку, в замечательную игрушку, под названием Timberstone версия 1.5.2. И сейчас создадим мир, и поедем играть. Я так вот решил назвать свой мир. Не Мирон, пусть будет. Большую карту возьмем обязательно, потому что нам... Ресурсов много надо будет. На маленьких картах мало ресурсов. И я не знаю, там можно сарай построить. Лучше большие брать карты. И на них развиваться. И вообще строиться. И вообще. Так, давайте возьмем. Я вот хочу около речки взять. Здесь речки же есть, вот они. Около речки возьмем, наверное, место. Вот здесь позеленее выберем. Что-то у меня голос охрип. Позеленее. Нормально. Нет, что-то у меня с голосом. Ладно, нормально все. Погнали. Выбираем. Здесь вот будем строиться. Я думаю, и вообще ништяк все будет. Вообще ништяк. Давайте ждем загрузочку. Давай, грузись. Ну, что-то. Вообще, Timberstone интересная очень игра, довольно-то. Вот я вообще люблю стратегии, очень люблю стратегии играть. И Timberstone это такая игрушка, что, ну, возможностей очень много здесь. И, ну, стратегии, тоже самое стратегии Timberstone. Так, что у меня тормозит-то? Так, выберем, наверное, где-нибудь. Сейчас все прогрузится у меня тут. Так, вот у нас река течет, да? Круто. Мы построимся, наверное, я думаю... Нам горы надо рядом где-нибудь. Горы. Ну, не горы, хотя бы этот. Давайте, здесь много места, что ли? Ой, отлично. Карту всю прям открою сейчас большую. Ой. Вот здесь где-нибудь построимся. Вот здесь, думаю, где-нибудь поставим все. Так, что-то у нас здесь низина какая-то. Низина. Вот здесь прям поставим, да, наверное. Да, вот здесь прям поставим. Наш шахтерский домик, или как его обозвать. Так. Телега наша. Здесь не поместится. Блин, не хочу. Давайте, ладно, вот. Нет, стойте. Что-то мне не нравится это место. Это место мне не нравится. Вот здесь нет. Опять не нравится мне это место. Так, здесь у нас до угла с угла надо в центре где-нибудь поставить. Я думаю, ладно, вот здесь поставим. Нормально будет. Вот здесь прям поставим. Да, все, поставили. Вот у нас работяги. Давайте посмотрим, что у нас, кто у нас есть вообще. А, есть лесоруб. Лесоруб, ты у нас прокачанный. Кстати, сейчас все я себе приготовлю, чтобы у меня все ништяк было сразу настроено. Так. Вот. Лесоруб. Лесоруб у нас третий. Это неплохо. Очень неплохо. Давайте мы все сразу поставим. Сейчас он у нас возьмет это все. Сразу, ребят, вот сразу. Кто начинает Timberstone играть, должен знать такую вещь. Самую главную. Когда начинаешь играть, это самая главная вещь. Поставить инструменты, чтобы они делались. По 5 штук хотя бы, да. Потому что если они кончатся, ты ничего не сможешь сделать и добыть ресурсы не сможешь. В первую очередь мы ставим обязательно это... Две кирки поставим, да. Два топора. Ну, две кирки или кирки, правильно как. Два топора. Так, нож один пока. И потом по 5 делаем. 5 и 5. Я это потом сделаю им нормальные мотыги. Пока с фермой я не буду. У меня больше на охоту сейчас будет направлено. Потому что ферма, они сейчас в этой версии не так очень много еды приносят. Надо большие фермы строить, чтобы нормально еды приносили. И много ферм надо строить. Вот, сейчас хорошо рыбалка приносит еду. Но чтобы рыбалку нам поставить, ну, рыбака поставить, удочку сделать, надо ткань. Вот, по-моему, знаете, что? Надо веревки. А из веревок, веревки делаются вот из этого, по-моему. Если я не ошибаюсь. Да, по-моему, из этого веревки делаются. А это добывается
Animal Hair, он добывается, по-моему, с этих с зверей, там, ну, с всяких кабанов и прочее-прочее. Вот, так, давайте, что-то я за это заговорился, давайте поставим 5-5-5. И я думаю, нам понадобится все равно, надо железные кирки сделать 5 штук. Пусть будет, ну, такие вот, потому что некоторые металл не добывается простыми кирками. Так, все, этот у нас идет рубить дрова. Это у нас кто? Карпинг. О, карпинг. Это хорош, хороший. Сразу у нас он есть. Это сразу мы его оставляем, он будет у нас делать. Дальше минер. О, минер это у нас добывает. Минера добывает всякие там, ну, ковыряются в земле, грубо говоря, да, добывает камушек и прочее, прочее. Так, вот у нас камушек вот здесь только рядом есть. Ну, мы ее раскопаем потом. Камень-то найдем, не проблема. Камня много здесь. Вот, это минер. Минера задача убрать этот камень. Так, дальше минер. Все, мы... Это охотник. Охотник нам нужен, чтобы добывать всякую пищу и прочее, прочее. Тоже поставим его, чтобы он добывал нам все. Так, нет, нам пока он не нужен. Не нужен. Мы из него сделаем, я думаю, карпинг. А у нас кто там еще? Сейчас посмотрю всех. Пока это под вопросом. Это у нас пусть будет так военный. Булдер, да, нужен. Блэк, да, карпинг и стоны нам надо. Вот, пусть массон будет. Стоны массон, получается, вот так ударение правильно поставил. Вот, сейчас я всем все сразу назначу. Так. Все галочки поставлю, чтобы они у нас бегали, все делали. Так, а то они лентяничать будут. Я, ребят, по-английски плохо знаю, так что я переводить не буду. Так, вот так все у нас. И все, погнали. Все, они сейчас разбредутся. И сразу, ребят, делаем как? Вот у нас здесь деревьев куча, да? Надо их убирать по-любому. Делаем как? Шоп, выбираем шоп. Нажимаем и выбираем. Ну, тык. Чтобы он здесь у нас все вырубил, потому что нам деревья здесь не нужны. Сейчас камеру вот так поверну, чтобы нам удобно было. Вот, все деревья пусть здесь вырубает. Он нахер они нам здесь не нужны. Мы еще посадим потом. Все. Дальше еще надо нам хал сделать. Холл. О, хал. Правильно, да? Холл. Ой. Вот, холл он нужен для того, чтобы у нас... У нас наши жители приходили сюда и отдыхали, когда вот, ну, или не отдыхали, просто когда им делать нечего, они приходят сюда и стоят здесь. Так, а чё, я все поставил, у меня ресурсов не хватает, да, походу? Стоп, стоп, сейчас посмотрю. Да, у нас дерева нету, и сейчас стоны пошел добывать. Ой, то есть добывать это пошел. Камешек. Так, ребята, теперь... Вот у нас здесь склады. Добавили склады, и вот они все склады. Потом будем ставить склады. Ну, чтобы у нас места было больше. Ребят, я первым делом сделаю вот здесь большой склад. Построить здание под склад. Чтобы у меня там все складировалось, все лежало и никуда ничего не пропадало. Ну, все, чтобы там все лежало, чтобы много места было, это хорошо будет. Так, еще хотел. Вот у нас есть с мечом Хоя, да. Ну, военный, как инфал, тру, что-то, я... Военный, короче, да, у нас воин есть. Мы ему сейчас назначим, знаете, что? Маршрут. То есть, вот, добавили тоже. Выбираешь милитари, и дальше патруль выбираешь. И выбираешь рестарт, это вот сохранять, это отмена. Ставишь здесь, например. Патрулировать он будет ходить здесь. Здесь, чтобы если кто пойдет, он там встретит и замочит, грубо говоря, да, мягко выражаясь. Вот так вот сделаем мы патруль и нажмем done. Типа, ну, как бы, типа, принято. Все. Он у нас сейчас постоит и пойдет. Давай, иди. Жду тебя, иди давай. Чувак, не стой. А, нет, что-то он не хочет. Ты что не хочешь, а? Все, пошел, вот, все, пошел, бродит, все, бродит, пошел. Так, все у нас, в принципе. Эти пока безработные, пусть они будут все равно нам
Нужны будут булдеры там и прочее, прочее. Так, ты еще пеньки потом с собой убери, потому что пеньки нам нахер тоже не нужны. Мы их сейчас вот так отметим, чтобы он все убрал, нам пеньки эти все. Прошелся, все убрал за собой. Во, кстати, еще увидел камушек, я вот здесь вот камушек, надо убрать. Так. Что тут еще? Что тут? Что тут еще? Так. Я думаю, вот на нижнем хочу, вот на этом ярусе строиться, потому что мне не нравится этот верхний ярус. Я думаю, этот убрать здесь землю всю, выровнять вот по этому ярусу, то есть здесь все убрать. Надо было телегу переставить. Ну ладно. Ладно, не суть. О, инструмент, смотрите, склад переполнил. Инструменты. Надо инструменты нам ставить сейчас. Ну, склад под инструменты, где у нас. Вот, по-моему, да, склад под инструменты. Мы его пока вот сюда поставим, наверное, да. Пусть стоит здесь у нас пока под инструменты. И еще один склад. Два склада поставим. Два склада или склада, как правильно, будет. Вот. Раз поставил, второй. Второй тоже поставил. Так, дерево. Теперь дерево ставим, тоже рядом. Чтобы у нас склады все рядом стояли. Эй, ну что ты, давай, ставься, не тупи его. Все, пусть он все построит. Его. Он строить сам пришел. Так, это тоже надо убрать. Нам нахер тоже не надо. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вон они, пока бездельничают. Бездельники? Опа, что такое тут? А, типа бездельники они. Ну, типа мы ничего не будем делать, потому что нам нечего делать. И туда-сюда, и вообще негодяи, короче, они. Так. Охотник ходит у нас, мяско собирает. Посмотрим, что он тащит сейчас. Что он там тащит нам? Что ты тащишь? Мясо, видите? 37 мяс. Миска. Миска несет мясо. Миска. Миска 39 у нас. Так, ладно. Мы только начинаем. Это все круто, хорошо. И вообще, нам главное сейчас нормально так развиться. И вообще все ништяк будет. Так, вот это тоже потом убери-ка, чувак. Потому что нам это тоже камешек нужен будет. Так, все. Вон идет тоже, тащит дерево. А сколько они, кстати, таскают древесину? А, ну, видите. Семечко. Вот это семечко как раз сажать, как я понял, деревья сажать. А он носит по 14 деревьев. Ну, 14, типа, бревен. Вот это семечко, типа, сажает. Ну, ходит, сажает там новые деревья. Но как надо назначать, я потом разберусь со временем. Вот, пока уж так поиграем. Так, нам надо главное сейчас добыть ресурсов. Давайте сразу, кстати, поставим, ребят, чтобы нам не париться. Всю херню, всю херобору вот сюда поставим. Печки и прочее, прочее. Потому что нам надо будет строиться. Ну, потом уберу, я все равно перенесу в дом какой-нибудь поставлю. Пока вот так поставим, пусть здесь все стоит. Опа, сохранение, что ли? Да, сохранилась игра, походу. Вот. И вот сюда, я думаю, поставим этот наковальню. Что тут еще у нас есть? Ну, это пряжи делать там, это для, как его называют, не помню. Ну, короче, ткани делать вот за это он делает. Кстати, здесь появились миски какие-то, я не знаю, для скотины, походу, но он. Новые тоже вили вот эти две. Ну, скормить скотину. Здесь теперь загоны можно вот. Загоны, по-моему, вот это вот. Да, вот этот зеленый, это загоны. Ливерсточ, как это называется. Это загоны, то есть для скотины. Собираешь по карте скотину, овес там и прочее, прочее, и загоны делаешь. Раньше достаточно было ферму большую сделать, и все, у тебя еды полно было. Сейчас же такого не будет, сейчас все по-другому сделали немножко. Игрушку изменили. Вот, такие пироги. Так что, а, кстати, да, нам сразу ни хера, а нам надо минера еще. Сразу не получится. Так сразу взять и сразу все сделать. Так, ладно, пусть пока у нас все добывается, ломается, там, рубится. Так, еще надо
чтобы он убрал у нас пеньки все, а то, блин, оставлять пеньки, это плохо. Это плохо, ребят, пеньки не надо оставлять. Пеньки плохие вообще. Спотыкаться об них будем, надо убрать все. Пеньки нельзя оставлять, нельзя. Так, убрали все. Теперь берем вот тоже листики вот эти все убрать надо. Ягодки пусть и берет. Он идет у нас. Идет чувак, идет, несет что-то. Что-то опять тащит. Так, ножи. А, все у нас сделали, да, инструменты. Давайте посмотрим, кстати, инструменты. Маловато инструментов, я вам скажу. Всего лишь, 6, 7, 7. Давайте еще по 5 сделаем. По 5 инструментов, чтобы у нас всегда 10 хотя бы баланс был. 10 инструментов. И вообще круто все будет. Так, собрал все. Теперь можно убирать, да? Ладно, чувак, все уберем сейчас. У нас лесоруб там пока занят. Это все здесь добывает. Красава. Молодец. Молодец, молодец. Что там, болтают что-то? Ну, типа, нечего делать, работы нет там. Болтают, болтушки. 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 Так, ладно. Я потом думаю, ребят, так сделать вокруг замка. Воду красиво все сделать. И я думаю, вообще, мой Тимберстоун растянется там на серии 40, наверное. Потому что я очень люблю эту игру, честно скажу. В нее играть. Она очень долгая и очень хорошая игра. Ну, мне нравится, как по развитию. Здесь что хочешь можно построить, хоть любой замок, что хочешь вообще угодно. Что душе угодно. И я по-любому в него буду долго играть. И планов очень много. Вот. Так что все хорошо будет. Вот, принес сразу он, и эти побежали. Собирать, собирать надо скорее, строить там, ломать. Вот этот что-то там добывает. Минер молодец, вообще красава. Надо ему потом это поставить, я думаю. Да, надо склад все-таки для минера поставить сейчас сразу, чтобы у нас склад был, потому что минер без склада это не минер. Так, я думаю, где-нибудь тебе поставить склад, чтобы он не мешался нам. Вот сюда поставим тебе склад минера, будешь добывать здесь. Нам все равно вот эту площадь придется все убирать, я хочу прям нормально ровную поверхность сделать себе. И нормально жить. Первым делом вот здесь хочу склад большой-большой поставить. Большой-большой склад. Вот. Построить склад. Склад. Так, печку надо зажигать. Будем деревом топить постоянно. Я, да. Да, постоянно деревом топи ее. Так, и я хотел сразу сейчас сделать, знаете, что? Что я хотел сделать? Не угадайте, а я знаю, что я хотел сделать. Потому что я хотел это сделать. Ладно, ребят, я хотел сделать камешки вот такие вот. Или такие, какие мне больше нравятся, посмотрю. Я думаю, с диртом будем делать камешки. Мне больше они что-то симпатизируют. Вот такие вот третий будем делать. Давайте сразу закажем себе 1000 камней, чтобы они делались потихонечку. И древесину будем вот вторую тоже делать. Тоже закажем себе 1000, потому что нам древесины очень много надо будет. Вот, все, пусть у нас все делается. Так. А, металлы. Давайте сразу тоже металл выплавлять поставим, потому что нам металлы тоже понадобится. Их очень много нам понадобится. Где он металла? Забыл. А вот металла. Железо. Делаем сотку. А, это тоже сотку делаем. Это тоже сотку делаем. Так. Тин. Нет, это не надо нам такой металл. Тоже не хочу сплавы делать. А вот этот надо сделать. Дальше голд тоже надо будет сделать. Золото нам плавить. Так, посмотрю, что-то не вижу. Во, еще одно, вот 100.
Так, и вот это надо сделать, чтобы у нас все выплавлялось потихонечку. Если будет прибывать от минеров, у нас сразу будет выплавляться все это. Работать будет. Это хорошо. Замечательно вообще. Вот. Давайте, ребятки, ждем до сохранения, и я серию завершу, потому что я хочу сейчас после сохранения сделать себе больше жителей. И как раз сниму видео тоже, как сделать, чтобы у вас было больше жителей, чтобы не ждать, там, не копить еду, там. Ну, можно хоть 100 жителей прибавить себе, да, я знаю, ну, как, покажу как раз, как это делать. Маленький такой чит, да, но это не чит, просто программа маленькая, пишешь и все. Ну, не программа, вот, то есть, как-то вот так, ребят, я просто не хочу очень долго это все ждать, там, ну, население, чтобы мне прибавлялось, там, 3 часа, 4 часа это все. Вот, так что как-то вот так, ребят, вы это, не ругайтесь. Что ты там читер, там еще что-то. Нет, просто я хочу это. Сейчас прибавься хотя бы на 10 человек побольше, чтобы они у меня были. Опа, собака была. Ой, давайте ее. Ой, блин, не на ту нажал. Ну ладно, бог с ней. Вот, просто хочу себе жителей чуть прибавить, чтобы у меня все хорошо было. Вот, сейчас сохранение дождемся. Я сохранюсь, прибавлю жителей. Вот, сохранение. Как раз. Ну что, давайте закончим эту серию, ребят. Следующая серия будет как раз про много жителей. Я расскажу, как это делать. Вот. Меня зовут Саша. Вы смотрите канал... Блин, вы смотрите канал Nation Play. И вообще все круто, хорошо. И я не буду банальные вещи говорить. Там подписывайтесь. Если захотите, сами подпишитесь. Вот. Там лайк поставить. Вот, ребят. Так что как-то вот так вот. Давайте. До новых встреч. Пока-пока.